Федоров, футбольный агент. Мы просим от вас какое-то напутствие, чтобы вы нам дали, либо какие-то пожелания. Я начну, наверное, да? Желаю, чтобы команда «Славянка» выступала замечательно, чтобы девочки были еще краше. У вас была масса поклонников. Всем девчонкам хороших мужей, много детей, много радости. Раз. Девчонки, всем еще раз привет. Очень приятно, прям очень-очень приятно, что девушки в наше время интересуются, играют, смотрят футбол. Прям вот респект большой. В последнее время футбол, женский футбол популяризируется достаточно таким быстрым темпом. Есть мини-футбол, 8-8, большой футбол. Но очень приятно, что у вас такой слаженный, видно, хороший коллектив. Я вам желаю всего наилучшего. У вас есть хороший тренер. Играйте в эту игру, любите эту игру. И всего вам самого наилучшего. Надеюсь, в этом году вы попадете в тройку хотя бы. Ура! Также хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Дмитрию Анатольевичу. Давайте его тоже поаплодируем громкими аплодисментами. Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич. Спасибо нашим фотографам, которые пришли к нам тоже поддержать нас. И нашим друзьям. И, ребят, кого я не объявила, вы не обессудьте. Если хотите, выходите на эту сцену и тоже можете сказать какие-то пожелания. Ну, правда, извините, если никого-то не объявила. А вот я вижу, мужчина хочет нам что-то сказать, да? Сергей, селекционер. Желаю, чтобы у вас было все хорошо, всего самого наилучшего, успехов, хороших, достойных регалий и чтобы ваша красота не увидала все. Спасибо. И еще передам. Еще вот здесь мужчина хочет сказать. Представьтесь, пожалуйста, и ждем от вас напутствие какое-то для Славянки. Зовут Евгений. Желаю вам успехов, счастья, тепла, любви, удачи во всем. Творческих успехов! Побед, конечно, это не тошно. Да, на самом деле мы ищем спонсора, так что спонсоры и меценаты, присоединяйтесь. Всем спасибо большое, всем хорошего, замечательного вечера. Друзья, вам тоже спасибо, что пришли нас поддержать. Меня Анастасия зовут. Анастасия, Сергей, футбольный центр, хотел бы посвятить футбольному клубу «Славянку» одну песенку. Разрешите? Отлично, да, с удовольствием. Девчонки, ради вас, с наступающим, любим вас. Спасибо ценим. Большое. И без вас наша жизнь не была бы такой прекрасной. Спасибо. С любовью, Сергей. Халета Аиша. Специально для наших прекрасных, любимых, супер-пупер девчонок. Включите нам, пожалуйста, песню. Девчонки, выходите на танцпол, вам Сергей посвятит песню. Не стойте в стороне. Будьте добры, на подиум.